Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Вот уже несколько дней, как весь российский шоу-бизнес гудит от страшной аварии с участием Михаила Ефремова. Напоминаем, что в одном ДТП погиб водитель Лады, в семье которого без кормильца осталась жена с двумя детьми и мать-пенсионерка. Конечно, многие коллеги по сцене сочувствуют актеру, понимая, что избежать наказания в виде тюремного заключения ему вряд ли удастся. В частности, ситуацию прокомментировал близкий друг Ефремова Иван Охлобыстин. Руководитель интернов сообщил, что у него даже нет слов, чтобы описать то, что совершил крестный отец его первенца. Он очень сочувствует семье погибшего и понимает, что этот смертный грех ничем не смыть. Также Охлобыстин называет своего соратника не очень приятным словом «негодяй», но тут же оговаривается, что хоть и негодяй, но гений. Гений или нет, это уже не важно, за свои поступки надо отвечать. А поддерживаешь ли Михаила Ефремова ты? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.